Ожидание чуда и подарков – отличительная особенность новогодних праздников. Их любят и взрослые, и дети. А у мазырян есть уникальная возможность самим превратиться в доброго волшебника для воспитанников детского дома. Как и каждому ребенку, им необходимо внимание, забота и тепло. В торговом центре «Малининский» несколько лет подряд устанавливают елку добрых дел. В этом году пышное дерево украшают 45 конвертов с мечтами мальчишек и девчонок. Кто-то просит Дедушку Мороза о мягкой игрушке, кто-то о футбольном мяче. Девочки мечтают о косметике и новой одежде. Исполнить желание ребенка из детского дома под силу любому желающему. Подарок можно оставить в администрации рынка или передать напрямую адресату.